Вечер, дорогие друзья, с вами Тристан, и мы сегодня находимся в приуникальном событии. Я нахожусь на критической отметке в 400 тысяч рублей, но я не дошел до 800, так как 800 тысяч – это несгораемая сумма. И я сейчас отвечаю на 12 вопрос. Вы бы не поверите, как я отвечал на 12 вопросов ранее. Это сейчас 12, сейчас как 11 вопросов я просто пролетал хорошо. Вот, и сейчас отвечаю на вопрос, какая команда какой страны стала победительницей первого чемпионата мира по футболу, и это Уругвай, вариант Б, Уругвай, и это... Безусловно, правильный ответ, 400 тысяч, вот так, вы видите? Дерево. Здесь это вопрос 800. И нужно просто сейчас... Давайте вместе вдохнем и выдохнем, у меня есть еще подсказка замена вопроса. Как называть теорему математического анализа существования пределов у функции? Теорема о двух милиционерах, теорема о трех пожарных, теорема о четырех танкистах, теорема о пяти альпинистах. Я что-то слышал про пяти альпинистов. Но теорема о трех пожарных тоже хорошая версия. Блин. Давайте заменим вопрос. Если я догадался, что это правильный ответ, о том, что я думал. Обидно будет, но ничего страшного. И не так, и не так. Хорошо, что ты заменил вопрос. Что запрещал закон Великобритании, принятый в 1836 году и отмененный 1 октября 2012 года? Купирование хвостов собак, езду в каретах по полям, полеты на метле, регистрацию браков ночью. Угу. Я вообще думал, что вот 1836 год это такой, знаете, типа запрещение межрасовых браков. И тем самым... Хотя, стоп, слушайте. Вальпургиева ночь, полет на метле. Это другой город. Купирование хвостов собак. Езда... Вот езда в каретах по полям, но это фигня. Нет, такое не пойдет. Полеты на метле. А с херали должно быть это Великобритания, если и так было... Не знаю. Полёты на метле тоже вряд ли. Купирование хвостов собак. Ну, как бы... К собаке имеет отношение к Корее, поэтому я не знаю. Схожее мнение о корейских собаках или еще о чем-то, не знаю. Я бы выбрал между регистрацией браков ночью, либо купирование с хвостов собак. Будет обидно, если я потеряю 800. Но, ребят. Но зато мы дошли до критической отметки, это уже самое главное. Ну что, давайте будем надеяться, что я думаю, это правильный ответ. И это... Это что у нас будет? Господи, ребята, я прям так пугаюсь сейчас. Вот это, знаете, такое ощущение, как будто ты сидишь и все. Критическая отметка ты настиг. Блин. Ребят, пусть будет купирование хвостов собак, но я могу ошибаться. И следующая катка будет молчаливая.
Да, ребята, свершилось. 800 тысяч мы достигли. И вы бы знали, как я сейчас эти все 10 вопросов молчал. Но я смог. Это сделал. Дорогие друзья, впервые за все 11 снятых выпусков телеигр я достиг, конкретно в 4-м выпуске данной программы, отметки 800 тысяч рублей. Продолжаем играть, и я, возможно, достигну 3 лимонов. Продолжаем. Все так же стараюсь молчаливо, что называется, думать. Ну что, ребята, каково вам? Понравилась ли вам коротенькая игра? Практически на одном дыхании, правда? Все равно подписывайтесь на канал, дорогие друзья. Еще будут классные видео, я вам обещаю. Просто сейчас такой период, когда нужно просто все силы вложить в экзамены. В экзамены, еще раз в экзамены. Но я продолжаю верить, что будет автомат, и мы его достигнем. Мы достигнем всеми усилиями, которые в нас есть. И которые мы сможем в данном деле приложить. Спасибо, друг, за то, что ты смотрел это видео. Подписывайся на канал, ставь лайк, комментируй. Все, что хочешь, пожелания, что тебе нравится, что тебе не нравится. В общем, комментируй все, что захочешь. Будьте здоровы, будьте счастливы. Всего доброго, увидимся, пока.